Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОП. Все перепробовали и не знаете, где еще отметить день рождения школьника? Приходите на Вятский квест. Команда совершит приключения с логическими ловушками, тайниками, ключами и встроенными механизмами в путанице комнат. А именинник проявит свои лучшие качества. Удивите своих гостей. Звоните 49 32 40. Вятский квест. Находимся в самом центре города. Володарского 132. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро, уважаемые наши слушатели, дети, родители, бабушки, дедушки и просто все, кто подошли в этот день к радиоприемнику в эфире, наша традиционная воскресная программа «Открывашка». Сначала я хотел бы поздравить всех тех слушателей наших православных, которые сегодня отмечают Светлое Христово Воскресение Пасху. Всех с праздником. И программа у нас сегодня тоже радостная, весенняя. Тема просто прекрасная. Тема «Еда полезная». Ну и правда, и вредная. Вкусная, ну и невкусная, потому что мы все понимаем, что еда бывает разная. Сразу хочу сказать, что мы будем задавать вам сегодня, как всегда, вопросы. Вы на них будете отвечать. У нас для вас заготовлено много очень красивых призов. И телефон, по которому будете звонить и отвечать, называется так: 211-101. Не забывайте, 211-101. Кроме того, нашу программу можно смотреть. Если зайти на сайт «Эхо Москвы», то всегда можно посмотреть видеотрансляцию нашей программы. Вот наши соведущие прекрасные вам уже машут ручкой. Единственное, что, конечно, такая программа, как сегодня, тут даже видеотрансляция не поможет, потому что кроме звука, кроме картинки, у нас здесь много ароматов и вкусов. А это пока еще никакая техника передавать на расстояние, к сожалению, не умеет. Вот. Сегодня, как всегда, мы зададим вопросы специалистам, проведем научный эксперимент, получим мастер-класс от шеф-повара известного ресторана кировского по приготовлению вкусного и полезного соуса. Да? Но это все у нас по ходу программы. Нашу гостью я представлю через буквально минутку. А пока давайте, ребята, чуть-чуть разговоримся. Вот вы сидите здесь такие все умные. Я вас представлю сейчас. Это мои соведущие. Да? Мои соведущие сегодня Софья Занько. Привет. Привет. Это Дмитрий Рябов. Здравствуйте. И это Михаил Голиков. Привет. Привет. Так вот, ребят, а вы сами что-нибудь готовите уже? Ну, да, да. Бывает. Я пробовала так. Блины готовить. Блины пробовала готовить? Сама, без мамы? Да, они получились не очень, но... А вы их съели? Но есть их можно было. А кто ел? Мама ела. Мама ела. Мама как, что сказала после этого? Вкусно, я тоже ела. Мне понравилось. И тоже, да? Это давно было? Я не знаю, когда это было. Ну, это было вчера, позавчера или там месяц давно, назад. Давно. Значит... С тех пор все по-прежнему живы и улыбаются. Славно, значит, у тебя все получилось. Дима, а ты что готовил? Ну, я умею готовить там пельмени, кашу, макароны. Когда... Пельмени ты умеешь готовить, это как? Вот взять готовое, водичку опустить и сварить, да? Да, да. Ну, вот, ну, когда она приходит с работы, надо ей что-нибудь поесть. Конечно, правильно. То есть ты маму кормишь? Да. И что мама говорит по этому поводу? То, что вкусно. Ест с удовольствием? Ну да. Ест с удовольствием, Михаил? Яичницу, кашу. Еще что? Колбасу жарю. Колбасу жаришь? Да. Вот. Кого, кого кормишь? Всех. Всех? Сам да. ешь? Сам ем. Или только всех кормишь? И даже всех. Кота? Да. И даже кота. Ну вот, судя, Миш, по тому, как ты выглядишь, по-моему, у тебя все нормально получается тоже, да? Да. Вот. Ну, отлично, ребят. Сейчас я представлю нашу гостью, большого специалиста из нашего опорного вуза, Шушканова Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии нашего опорного университета. Добрый день. Здравствуйте. А вы тоже готовите? Ну, конечно, приходится. Ну, как приходится? Это как-то так грустно звучит, приходится. Вы любите готовить? Да нет, пожалуй. Пожалуй, это скорее нет. Обязанность. Любит готовить у меня муж. Муж? Он готовит редко, но метко, как говорится. А что он готовит вам? Вот он... какое самое такое коронное блюдо у вашего мужа? Ну вот, на мужа перешли. Например, он очень любит готовить хашламу, чехохбили. Извините, а что такое хашлама? Про хашламу вопрос сразу. Хашлама, да. Это интересное такое блюдо, нечто среднее между супом и густой такой суп с мясом и...
помидорами, ну, и перцем. А скажите, да? Пожалуйста, это на каком? На украинском или на еврейском? Тут у нас сейчас название назвали. Нет, это скорее татаро-удмуртское что-то блюдо такое. Понятно. Ну что, значит, мы, чтобы не откладывать долгий ящик, давайте, ребят, кто первый задаст вопрос слушателям? Так, ну, Соня все-таки девочка, ну, давайте, да, вот, уступим ей. Правда ли то, что употребление воды во время пищи приводит к растягиванию желудка? Вот такой вопрос. То есть во время приема пищи, да, когда вы обедаете, да, правда ли, что если вы при этом еще и воду пьете, то ваш желудок растянется? Да, вот, ну, вот знать. Смотрите, вы едите, например, шашлык, и постоянно вода, вода. Ну, я когда ем шашлык, я его водой не запиваю. Ну, в общем, это у каждого по-разному. Понятно, я соком, да, запиваю, если шашлык. Хорошо, это, значит, жидкость. Вопрос мы сформулировали. Так, уважаемые наши слушатели, 211-101. Сонь, ну раз уж мы вопрос задали, давай вот расскажи, какие у нас сегодня призы еще будут. У нас есть просто шикарные призы. Это, например, книга Холли Вебб, Мэйзи Хитченс, «Секрет пролитых чернил». Энциклопедия «Чудеса света», энциклопедия «Лошади и пони», Холли Вебб, «Щенок Кнопочка» или «Умная малышка». Игра «Викторина. Сила мысли». Это самый вот большой набор, который у нас тут есть. Это огромная коробка. Да, вот это, самая, да, огромная. Давай я покажу ее пока. Угу. Ты говори, продолжай. У нас есть приглашение, которое, кажется, хочет любой кошатник получить. Это приглашение на двоих в кота-кафе «Зукки». Маклина 30, 20 котов, мейн-кун, сфинкс, корниш, рекс, скотиш, я уже устала перечислять, среди которых Юрий губернатор. Входит один чай или кофе для каждого. На услуги кота-команды, приставки, книги, настольные игры и раскраски для самых маленьких. Билеты в кинотеатр «Киномакс». Приглашение на спектакль «Маугли» в театр на Спасской 29 апреля. Приглашение на семейное кафе. Посещение собачьей вот. Деревни. И у нас как раз уже есть звоночек. Дмитрий, давай. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сидников Артур. Сколько вам лет? 10 лет. В какой школе вы учитесь? В детской гуманитарной гимназии. Мы хотим услышать ответ на вопрос. Я считаю, что во время еды, когда вы запиваете водой, то желудок растягивается. Растягивается? Это миф. Это неправильный ответ. А Артур, да, ты был в заблуждении все это время. Соня, расскажи, что происходит на самом деле? На самом деле, как отвечают специалисты, никакой желудок не растягивается, а наоборот, умеренное употребление воды во время пищи или даже перед ней способствует перевариванию и удаляет лишние калории из пищи. В общем, Артур, когда ешь, не бойся, пей воду, если хочешь, да? Я правильно понял все? Соня, можно давайте вот погоди, Дмитрий, вот у нас вопрос был, да, вот давайте просто, у нас есть специалист, в конце концов, мы сидим тут, говорим там слухи, не слухи, мифы, не мифы. Лена Геннадьевна, как вообще вот, как вот разбираться, что правильно, что неправильно, как вот, как понять все это? Ну, в первую очередь, наверное, нужно коснуться такого понятия, как вкусовой анализатор. Вы все знаете, что ощущения химические очень важны для нас, и не только для человека. Это наиболее древний такой вкус. Даже у рыб есть рецепторы вкусовые. Причем они не только во рту находятся, но еще находятся и по всему телу. Правильно я понимаю, чтобы не есть стекло или какую-нибудь бяку, а чтобы там других рыбок или водорослей, у них есть рецепторы, чтобы ничего не схватить, да? Да, но они там более широкую роль выполняют, то есть ощущают изменение химизма воды. И, соответственно, рыба может уплыть или приплыть. Это когда у нас что-нибудь сбрасывается в воду, чтобы проверить, чистая ли, да, она в кавычках? Конечно, можно посмотреть, есть рыбы или нет там рыбы. Ну нет, точно нет. Сотен они миллионов там лет, потому что умеют вовремя уплыть в чистую воду. А иначе было бы так. Рыбочки. Когда же в процессе эволюции животные вышли на сушу, то у них рецепторы, конечно, стали не только на теле. Давайте мы это проверим, почему. Значит, у вас есть небольшие наборчики. Так, Соня, тоже давайте попробуем. Нам необходимо осушить свой язычок. Это что такое? Что такое? Это салфетка, просто салфетки. Мы салфеткой попробуем осушить свой язычок и положить на язык кусочек белого вещества. Можно начинать? Да, конечно. Так, то есть такие все промокают свои язычки. Осушили. Ой, что-то не очень понравилось им это. А зачем вы обратно-то облизываете? Язык должен быть сухой. Посушили и сразу положили кусочек. Все, Миша, уже кладите. Так. Так, что должны они почувствовать или сказать? Они сейчас должны сказать. Так, смотрим на их внимательно лица. Закрываем рот. Так.
По-моему, Соне понравилось. Скажите, пожалуйста, как только вы положили этот кусочек на язык, вы что почувствовали? Ничего. Ну, наверное, только то, что прикоснулось что-то к языку, а можно да? Можно вторую? Конечно, чай, конечно, попробуйте. Можно, да? И потом? Сахар. Сладкий. Так, и потом сахар, вы определили, сладкий. Что это сахар, да? Очень быстро устроилось. Сахар. Тоже сахар? Да. Всех сладким накормили? Думал, кому-нибудь перчику подсыпать? Нет, нет, нет. Такого белого перчику. Этим экспериментом мы с вами доказали что? Что мы чувствуем? Что вкус определяется только если вещество слюна выделяется. Растворяется. Да, да? Поэтому слюнные железы появились впервые у кого? У животных. У тех, кто вышел на сушу. А-а-а. Это были, например, лягушки. Квак-квак. Вот. И так вот. От них все это пошло, да? Практически, да. То есть мы не сильно отличаемся от лягушек в плане вот ну, этих в этом вкусовых плане, рецепторов. Конечно. Да? А лягушки, они тоже, вот как и мы, вот разные эти вкусы ощущают сейчас? Ну, нет, я думаю, нет, и я тоже могу задать вопрос, а если вот задайте мне прямо сейчас позволительно. Вопрос конечно, можно, это нужно. А, я думаю, что каждый слушатель знает, что у нас есть 4 базовых вкуса. Да-да-да-да-да. Уважаемые слушатели, скажите, а хищные звери какой вкус не ощущают? То есть у нас всего 4 базовых вкуса. Это горькое, соленое, сладкое и кислое. Правильно я сказал, мне да? Мне кажется, А ты не подсказывай, это вопрос слушателям. Вот. Поэтому и надо узнать, хищные звери какой-то из этих 4 не ощущают, да. А 3 ощущают, да? Мне кажется, ну что, уважаемые знаю. Ребята, 211-101, вам вопрос очень простой, понятный. Нет. Какой из 4 основных вкусов не понимают хищные звери? А, я наверное, даже знаю. А хорошо. Если ты знаешь, то ты помолчи да. Пока. Нет, помолчи. У нас как бы догадочки. Хорошо, да. Давайте проведем еще один эксперимент. Да, давайте, конечно, можем? Это очень интересно. Значит, давайте, молодые люди, у вас есть бутылочки, и в этих бутылочках жидкость. Давайте откроем их, мальчики. А, да, открываем там, бутылочки. Там кто-то машет нам рукой, судя кажется. Это а ты открывай бутылочку. У вас есть, у вас есть ватные палочки, намочим их. И аккуратно. Ваша, да, аккуратненько. Ваша задача, давайте мы как на кончик языка нанесем. То есть... Заденем кончик языка этой палочкой. Аккуратно. Что? Сладко. Сладко? Такая, так, а у вас? Кисло. Хорошо, а давайте еще раз. Кажется, звонок. Так, уже вы, есть, вы да? Ну, хорошо. Пока на вопросы, на звонки мы сообразим. Так, кисло? Да. Кисло. У вас сладко, правильно. Правильно все, они все. Ну, сладко, правильно, насчет кислого. Ну-ка, а может, разочек. У каждого определение разное? На кончик попробуй. А не на вглубь. Смотря, может, на какую часть положил. Да-да-да. Ну, вытяни Михаил, язык. У тебя вид такой, что мы просто понять не можем. Если сладко, улыбнись. Нет, не сладко, не точно. Сладко. Это сладко, странно. Если кисло, тогда сделай страшное-страшное лицо. Так. Ну, давайте на звонок. Можно? Ладно. Так, кто у нас отвечал до этого? Дима? Миша, отвечай теперь. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Всеволод. Сколько тебе лет? Мне 11. Как? В какой школе ты учишься? Я учусь в 15 школе. Ну и ответ? Сладкого. В какой вы школе учитесь? Мы не раз слышали. 18. В 18 школе. Так, и ответ какой? Сладкий, по-моему. Сладкий. Сладкие хищники. Правильный ответ? Да, я правильно. Так и знала, отлично. Потому что в мясе сладости почти отлично, нет. Отлично, ну вот видите, логика у вас что, работает. Давайте, уважаемые, у меня бабушка так, выкид... тихо. Давайте поговорим со слушателем. Вы сказали, во-первых, можно он на телефоне. Перебивать. Перебивать можно, но не слушателя. Ну, зачем? Он же дозвонился до нас, у него же на телефоне. Денежки тикают. Вот. Какой приз вы бы хотели за свой правильный ответ, молодой человек? Перечислить тебе? Перечислить. У нас ты хочешь книги или приглашение, или набор? Приглашение. Приглашение? У нас есть приглашение для настоящего кошатника на двоих в кота-кафе Зуки, приглашение в Киномакс, приглашение на спектакль Маугли и приглашение в собачью деревню Мохнатия. Давайте лучше набор. Набор? У нас набор? Есть огромный, огромный просто набор. Сила мысли. Это сила мысли, игра Все, викторина. Значит, ты выбираешь набор, да? Да. Отлично. Все, значит, не клади трубочку, сейчас тебе объяснят, как получить этот наборчик. А мы пока сделаем маленький-маленький перерывчик. Кино.
Ну что, мы продолжаем нашу программу «Открывашка». Напомню, телефон нашего эфира 211-101. Мы будем по-прежнему задавать вам вопросы, вы будете отвечать, и мы будем давать вам хорошие самые призы. Напомню, что в гостях у нас сегодня кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии опорного университета нашего вуза Шушканова Елена Геннадьевна. Елена Геннадьевна рассказывает нам о том, что такое вкус и как мы эти вкусы различаем. А вот давайте сейчас, Миша, задай вопросик, и мы продолжим разговор. Вопрос. Что такое фейхоа? Что такое фейхоа? Отлично. Фейхоа, я так, сама никому не знаю. Никому не отвечать, что такое это фейхоа, на каком не говорить на никому. На французском, Дмитрий, на Дмитрий, на давай, всех. Давай на перейдем, всех. Пока мы задали вопрос, и перейдем пока к нашей гости, чтобы она продолжила. Может быть, она еще какой-нибудь эксперимент с вами поставит. Нет, я еще хочу рассказать о том, что вкус, оказывается, можно тренировать. Да. Даже более того, тренировка вкуса начинается еще внутриутробно, то есть когда вы были в животиках у мам. Уже тогда, в зависимости от того, что кушали ваши мамы, формировались ваши вкусовые ощущения. И очень четко известно, что если мамы придерживались очень строгой диеты, то и дети очень разборчивы в еде, они отказываются практически от всего. А если мама экспериментировала, то тогда и ребенок активнее употребляет любую пищу. Елена Геннадьевна, то есть это совет мамам, да, экспериментировать, пока вы ходите с ребенком, чтобы потом было легче его прокормить, да? Если мама здоровая, то да, конечно. Понятно, все. У нас есть телефон. Значит, Дмитрий. Здравствуйте, как вас зовут? Маргарита. Сколько вам лет? 13. В какой школе вы учитесь? 70-й. Мы хотим услышать ответ на вопрос. Это зеленый фрукт, экзотический. Зеленый экзотический фрукт. Это правильно? Да. А вы его пробовали, Маргарита? Нет, не пробовала. Нет? А... Ну, все впереди, значит. А вы не знаете, как он выглядит? Он так круглый. Круглый. Как арбуз. Он большой? Маленький. Маленький. А где он растет? На дереве, на кусте или где? Это не вопрос. Да, это уже так. Вопрос, да, ответ уже правильный. Это просто дополнительный. Это отличный ответ. Отличный, исчерпывающий ответ. Ага. Ты что хочешь получить? Можете повторить? Какие у нас есть книги и приглашения. Можно книги? Хорошо, у нас есть книга Мэйзи Хитчен «Секрет пролитых чернил», энциклопедия «Чудеса света», энциклопедия, но она более для маленьких, «Лошади и пони», книга «Холли Веб», «Щенок», «Кнопочка» или «Умная малышка». Можно первую тогда? Первую? «Холли Веб» Мэйзи Хитченс, да? Очень красивая книга. Изумрудного цвета. Вот, трубочку. Ты ее получишь? Не... Маргарита, трубочку не кладите, вам объяснят, как эту книжку у нас получить. Что ты хочешь сказать? Я вопрос хочу задать. Задай. Какого дегустатора называли британским Вилли Вонкой? Какого дегустатора называли британским Вилли Вонкой? Вот что я хочу сказать. Меня всегда фильм «Вилли Вонка» почему-то пугал. Он такой «Вилли Вонка», «Вилли Вонка» такой клоун. Ну ладно. Вопрос задан, вопрос звучит. Уважаемые слушатели 211-101, какого английского дегустатора, называли британским Вилли Вонка? Хорошо. Ну, давайте поговорим дальше про наши вкусы. То есть вкус развивается у человека, то есть буквально с момента зачатия получается так, да? Ну, получается, что да. И наиболее приемлемый вкус для всех – это сладкий. Да, сладкое любят все. А, я хочу спросить, не все. Сейчас пробовали, так что, тут кислый или сладкий? Сладкий, все-таки? Сказали. Нет, у вас сладкий, нет. А здесь был не кислый. Я думаю, вы попробуйте и попытайтесь определить. А можно мальчик. Я попробую? Можно, конечно, нет, попробуйте. Нельзя. Нет, нельзя, слушай. А горький вкус для чего нам, как вы думаете? Ну, чтобы горчицу различать, наверное. Чтобы определять, в каком веществе находится горький вкус, чтобы было не... В первую очередь для того, чтобы не употреблять, да, горькие, то есть горький продукты. Вкус, да, нам говорит о том, что что-то здесь не то, либо что-то нехорошо. Либо так и должно быть. Ни один ребенок не сможет съесть что-то горькое, он будет опасаться. Так делали наши предки. А вот в процессе современной жизни, в цивилизованных условиях, мы привыкаем к горечам, они становятся нам знакомы. Да, приемлемы, да, мы их любим. Убим, и они оттеняют нашу пищу. Сейчас даже шоколад с кайенским перцем выпускают.
С каким перцем? С каенским, жгучим, красным перцем. Кстати, очень вкусный шоколад. Еще хочу сказать, что на языке, кроме вкусовых рецепторов, есть очень много других. И поэтому нельзя говорить, что мы четыре только вкуса ощущаем. Мы ощущаем море разных вкусов, но это все комбинируется. Это например, есть четыре базовых, а от них идут ответвления примеси всякие к ним. Да? Ну, это вкусовые, да. Но еще там есть рецепторы, которые ощущают прикосновение, главное, температуру. Например, острое – это что такое? Это возбуждаются терморецепторы и возбуждаются соленые рецепторы. Мы получаем острый вкус, примерно вот это так. Это такой как бы сложный получается. Да. Острый вкус. А вот я читал, что еще у восточных жителей есть еще какой-то пятый рецептор, они что-то еще пятое ощущают. Ну, почему не только у восточных? В принципе, такой рецептор есть у всех. Просто рецепторы. У кого-то развит сильнее, да? Любые рецепторы, их может быть больше, может быть меньше. Да, есть люди-дегустаторы, например, вот по поводу вопроса, который нам задал Дмитрий, у них гораздо больше рецепторов. А этот вкус, я так понимаю, вы говорите о вкусе умами. Умами, да, вот такое название. Да. Что такое умами? Умами – это название вкуса. Почему такое слово? Потому что вкус этот был придуман, так скажем, в Японии, и поэтому это японское слово, оно никак не переводится ни на русский, ни на английский, такое слово употребляют. Но у нас похожий вкус – это все эти глутаматы натрия, вот эта вся штучка вот такая, которая добавляет, там что-то такое похожее. А можно мясной бульон, например, да, или куриный бульон. Вот, это умами? В кубиках, да? Вот нет, там, подождите, такой... подождите, нет? Кубики это совсем другое. Это умами, да? Который... Такой вкус, вот если вы любите мясной такой суп, не любите, вот, значит, вам этот вкус не очень нравится. Это вещество, оно содержится во многих продуктах, в основном там, где много белков. Белки расщепляются, и вот эти вот маленькие аминокислоты, они и вызывают этот вкус. А так вот, что это естественный вкус. Елена Геннадьевна, вопрос такой. Вот человек, он рождается уже с этими рецепторами, или он может как-то вот путем тренировок каких-то развивать свой вкус? Нет, рецепторы, если уж есть, их можно развивать, а если их нет, то их развить то нельзя. То есть, если человек горького не чувствует, то как он, не стараясь, он чувствовать его не будет? Можно? Да? Мне кажется, еще один лучший вопрос задать, потому что как-то очень долго насчет уже идет. Насчет пока еще думают. Миша. Сейчас, вот Миша, хорошо, Миша, задай. Почему яблоко темнеет на срезе? Во, почему яблоко темнеет на срезе? Это очень интересный вопрос, потому что это такая загадка, я всегда разрезаю, думаю, сейчас приду, она будет такой. Кстати, ведь не только яблоко темнеет на срезе, картошку на лесенке тоже потемнеет, да? Да ладно. Вопрос такой, да, почему яблоко темнеет на срезе? Он очень легкий, давай Нет, почему? Это химический вопрос. Можно еще я два слова скажу? Конечно. Вот раз уж мы умами затронули, то оказывается, любой вкус можно создать не при помощи продуктов, а при помощи химических веществ. И в настоящее время этим пользуются, создавая химические вещества и усиливая вкусы. В результате рецепторы снижают свою активность. У лучше пользоваться реальными продуктами. Понятно, что, конечно, натуральные лучше. Да. У нас есть звонок. Соня, ответь. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Савелий. Хорошо, Савелий. Сколько тебе лет? 10. А ты в какой школе учишься? В ВГГ. Празднуешь ли ты Пасху? Да, праздную. А куличи печете? Нет, мы покупаем их. Понятно. К месту, Соня, не к месту. Ладно, ты хочешь ответить на вопрос? Да, хочу ответить на вопрос. Отвечай. Яблоки темнеют на срезе из-за того, что железо окисляется. Ты правильный? Окисляется, но не железо. А что это? Кислород окисляется. Нет. Кислород сам окисляет. Ну, короче, что-то окисляется. Нет, ну давайте кислород так примем, окисляет. Савелий, что-то окисляется, да? Да, из-за окисления. Да. Из-за окисления темнеет. Ну, когда легко. Да. Миша, вот. Подскажи-ка нашему слушателю. Кто говорит, что должно быть трудно? Может, что окисляется-то, Михаил? Окисляется. Сам забыл, да? Ну и ладно. Главное, Савелий, окисляется. Да. Главное, окисляется. Будем считать, что ответ правильный. Да. А я хотел вот еще на следующий вопрос немножко подсказать, чтобы было полегче. Этот дегустатор за 2 года поправился на 15 килограммов, и ему запретили пробовать шоколад. Это какой-то полегче называется, да? Это пока вопрос. Ладно, давайте нашему слушателю уже вручим что-нибудь. Ты что хочешь, книгу или приглашение? Приглашение. У нас есть приглашение для кошатников в кафе, Кота-кафе даже, Зуки. Билеты в Киномакс, приглашение на спектакль «Маугли» и приглашение в деревню Мохнатие. Можно 2 приглашения в Кота-кафе? В Кота-кафе. Это отлично, Савелий. Отлично, да. Отлично, все. Мы сейчас сделаем маленький перерывчик. К сожалению, Елена Геннадьевна нас покинет. У нас появится новый гость. А мы подготовимся пока и зададим следующие вопросы. Хорошо? Пока, перерывчик. Мы корзиночки несем, хором песни.
Ну что ж, мы продолжаем нашу открывашку. Напомню, телефон нашего прямого эфира 211-101. Мы сейчас сразу зададим вопрос. Соня, задай вопрос сразу. Сразу, да? Конечно. Хорошо. А что ждать? Изготовление какого продукта никогда не удается с первого раза? Есть даже такая поговорка. Изготовление какого продукта, ну какого продукта питания имеется в виду, да? Никогда не удается с первого раза. Есть такая русская поговорка. Это вообще... Все, вопрос задан. А мы представляем нашего гостя. Мы переходим, так сказать, от слов к делу. То есть у нас человек, который занимается едой профессионально. А у нас... Это шеф-повар кафе «Гранд Буфет» Николай Матвеев. Он нам сегодня будет рассказывать, как приготовить именно вкусную и полезную еду. Да? И про то, как можно сочетать необычные вот продукты, чтобы получилось интересное блюдо. А сейчас мы пока ответим на вопросик. Здравствуйте, как вас зовут? Коля. Сколько вам лет? 10. В какой школе вы учитесь? ВГГ. ВГГ. Угу. На какой вопрос вы хотели бы ответить? Какой дегустатор растол... Какому дегустатору запретили есть шоколад, потому что он растолстел? Ну, как... Ага. Ну, да. И кто это? Ответ. Это Энгус Кеннеди. Все правильно. Ответ правильный, отлично. Ну что, какие призы? Ты что хочешь получить, книгу или приглашение? Какие книги? У нас есть энциклопедия «Чудеса света», энциклопедия для начинающих лошадей пони, но она тоненькая такая. Холли Веб, «Щенок», «Кнопочка» или «Умная малышка». И все? Да, и все. Все. В основном все. А какие есть приглашения? Приглашение, билеты в кинотеатр «Киномакс» на любой фильм, как я понимаю, да? Да. Приглашение на спектакль «Маугли», приглашение на семейное посещение собачьей деревни Мохнатия. Давайте тогда энциклопедию «Чудеса света». Энциклопедия «Чудеса света». Все прекрасно. Трубочку не клади, тебе объяснят, как можно будет эту энциклопедию получить у нас в редакции. Николай, добрый день. Здравствуйте. Ну что будем делать сегодня? Как построим наш разговор? Так, ну я думаю, начнем с того, что главного вопроса, как приготовить вкусную и полезную еду. Конечно. Так, и я, наверное, сразу же расскажу. То есть, чтобы приготовить вкусную и полезную еду, то есть для этого на самом деле очень простой секрет. Надо выбирать правильные продукты. Вот. Правильные продукты. И, собственно говоря, на примере овощей это бы сделаем. То есть... Кажется нам, что овощи это достаточно так просто все. Мол, посмотрел, они красивые, лежит такой цветной, яркий, и все, можно брать. Но да на самом деле... Поблескивает особенно, прямо так, рука тянется. Да. Это неправда. Вот, именно, да. Внешний вид очень обманчив, то есть, получается. К большому разочарованию нашему, многие овощи и фрукты транспортируют еще недозревшими. Вот, а потом уже начинают там пичкать разной ерундой, их доводить искусственно до готов, ну, до созревания. Вот. И по моему опыту, зрелый вкусный продукт должен правильно пахнуть. То есть помидор, например, помидором, груша грушей, персики, сами понимаете. А я хочу задать еще вопрос зрителям. Подожди, у нас вопрос зрителям пока висит. А можно ребята уже по два вопроса задать? А можно я тогда? Понимаю, задашь, конечно. А можно я тогда, конечно, нашему гостю? У нас звонок. Как я понимаю, огурцы, вот когда мы с мамой приходим в магазин, они всегда бывают, ну, чаще всего зимой такие, вот так вот можно сделать дугу. Это из-за чего такое вот? А, давайте как раз-таки на примере огурцов-то и приведу. Так, огурцы выбираем среднего размера, и хорошо, если он будет похож на огурец, вот как раз-таки, а не на бумеранг. Вот, чтобы он не был весь изогнутый. То есть, как проверить его? Вот так? Нет, вот так как раз-таки, если он гнется, значит, уже с ним что-то не то. То есть, как бы, он уже... Не совсем свежий. Он либо он должен, по идее, да? Либо он хранился как-то, ну, неправильно. Вот, то есть вы подходите, главное, чтобы этого никто не видел. Берете огурец в руку, немножко сдавливаете его. То есть если он свежий, если он хороший, ну, хорошо и правильно хранился, он то крепок. Он вот, крепкий, да, и упругий. В идеале у него еще светло-зеленый цвет будет. А вот такие непонятного зеленого цвета, как заборы красят, это вот, да, совсем то, да? Да, вот это о том, что я говорил, что, ну, либо выращивают их в определенных специальных условиях и поливают там тоже, ну, мы не знаем, чем. Удобрениями какими-то. А знаете, что такое, да, длинный-предлинный огурец? Вот, про них сейчас мы говорили как раз-таки, длинный-предлинный, они вот такие темно-темно-зеленые. Да, они вкусные очень. Так, маленькая пауза, у нас есть человек, дозвонившийся, который пожелал ответить на наш вопрос. Хорошо, Дмитрий. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Вика. Сколько вам лет? 11. В какой школе вы учитесь? В 10. Мы хотим услышать ответ на вопрос.
Продукт, который не удается никогда с первого раза, это блин. А какая есть такая русская поговорка по этому поводу? Первый блин комом. Это абсолютно правильный ответ. Ты что хочешь, книгу или приглашение? А какие у вас книжки есть? У нас есть энциклопедия для начинающих «Лошади и пони». Есть «Щенок, кнопочка или умная малышка». И вот у нас недавно доставили книгу «Все о технике». Ну? Может, ты билет тогда хочешь куда-нибудь, например, в кинотеатр? Билет в Киномакс. На две персоны. На две персоны на любой фильм. Можешь с мамой сходить или там. Или с папой. Или другом. Или с другом. Давайте тогда билеты. Давай, определяйся. Кинотеатр. Кинотеатр. Билеты кино. Кинотеатр. Отлично совершенно. Трубочку пока не клади, сейчас тебе расскажут, как ты получишь эти билетики. Так, Дмитрий, вопрос слушателям, чтобы не скучали. Что должен определить дегустатору шоколада? Два фактора. То есть, что он должен определить для чего? Ну, чтобы понять, что шоколад... Да, что, хорошо, что шоколад хороший, какие два фактора должен выделить? Ребят, вот, если ответите вопрос. Хорошая упаковка, это не то, сразу говорю. А ты не подсказывай, между прочим, Соня, так нечестно. Может быть, он хотел сказать хорошая упаковка. Я бы не зачем все равно. Ну ладно, все равно это речь о дегустаторах. Дегустаторы упаковки, по-моему, не пробуют, да? Насколько я знаю. Так прям шоколад. Да, Николай, давайте вот пройдем. Ну хорошо, мы выбрали вот этот правильный огурец, да? Но это вот есть какая-то гарантия, что нас все равно не обманули? Да? Так, я подведу, наверное, итог вот тому, что все было сказано. То есть первое правило, вот, которое нужно, нужно определять овощ, фрукт, неважно, что будет, по запаху. По запаху. То есть он запаху, должен пахнуть так, как... Естественно, должен пахнуть. Вот. И вот это вот второе правило про естественно. То есть вспомните, когда вы видели кто-нибудь на даче, там, у бабушки я на грядках. Все. Я нюхаю все в магазине, просто чтобы определить, что немножко это. О другом. То есть, вот смотрите, представьте, там, дача, грядки какие-то бабушкины, вспомните, да? Лето. Да. Вспомните, как выглядят там фрукты, ведь все их собирали. Ну ладно, может, не все собирали, кушали прям 100% все. Я собирала. Тем более, если с куста сорвешь, да это же так классно. Вот. Смородина. Да, капот, все что угодно. Вишни, помидорки вот эти вот летние. А как все это выглядит? Тихо. Да. Как все это выглядит? Свеже, хорошо так вот, плотненько. Ну, если да, взять это все вместе, то это выглядит естественно. Да. То есть, вот как вот именно это и должно быть. Вот к естественности мы и стремимся. То есть он должен выглядеть вот не таким огурцом, там, да, не каким-то чрезмерно большим там помидором. Не таким ярким, раскрашенным, такое ощущение, что прям. Правильно, я понимаю, кто-то. Что если огурец и помидор не цвет радуги. И не вот не думайте, что если он большой, это просто рекорд Гиннесса, и он самый хороший, да? Да, именно, именно. А вот. Нельзя покупать такие гигантские огурцы. Да почему? Почему нельзя? В принципе, этого я не могу никому запретить, что можно или нельзя. То есть на вкус и цвет, как говорится. А более полезно, то есть что более натурально выглядит. То, что естественно. Да, то, что естественно. Естественно, это всегда лучше. Да. Наверное, понятно. И вкуснее. Не всегда вкуснее, но все равно лучше. Вот. Так. Ну что, перейдем, наверное, к практической части уже теперь. Да, можно, да? Да, потому что вот там такие приборы лежат, и очень интересно, как они все заработают. Тут миксер, яйца. Так, что ты там увидел? Яйца это точно не прибор. Два слова расскажу примерно. То есть, это будет. Мы сейчас сделаем основу майонеза, то есть именно основу. А почему основу? Потому что дальше из нее можно сделать уже все что угодно, любую заправку. То есть можно добавлять туда разные специи, там, да, соки лимона и прочее. Так, и из этого уже сделать любой соус, который вам захочется. Ну, у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Ковязин Павел. Еще раз можешь повторить? Ковязин Павел. Ковязин Павел. Сколько вам лет? 8. 8. Ага. Вы в школе или в детском садике еще? В школе. 8 лет? Ну, я 8 лет лично в школу пошел. В каком вы классе? В первом. В первом. Мы хотим услышать ответ на вопрос. Хорошо. Еще раз. Хорошо. Я не поняла. Можешь? Вкус и запах. Вкус и запах у шоколада, да? Нет, неправильно. Ни один из факторов неправильно. Но вкус все равно надо, если дегустатор пробует на вкус шоколада. Там немножко другое. Там другое. Нет. Погоди. Ты задал вопрос, там было два твоих варианта ответа. Но вкус и запах все равно никуда не деваются.
Нет, дегустатор по запаху шоколада. Ну, по вкусу может быть, но по запаху никогда не дегустатор. Ну, во-первых, вкус без запаха вообще невозможен. Ну, все да, равно все вместе воспринимается. Но это неправильно. То есть ответ может быть не совсем точный, но я думаю, человек, в общем-то, постарался и подумал. Давай мы все-таки его... Ну, хорошо. Давай, да? А ты потом скажешь правильный ответ. Давайте хорошо? Я расскажу. Хорошо, человек, скажи. Липкость и как шоколад расхрустывается во рту. Вот как хрустит. Да, хрустит. Вот что. Ну, это как бы говорит как бы, да, о свежести продукта. Но, опять же, вкус и запах, мне кажется, тоже очень важны для шоколада. Поэтому давай все-таки наградим человека. Хотим, да? Отпускать человека. Не хотим отпускать человека. Что парень. Ты хочешь, книгу или приглашение? Приглашение. У нас есть приглашение на спектакль «Маугли» и приглашение, ну, в собачью деревню Мохнатие. Маугли. На спектакль «Маугли». Отлично совершенно. Не кладите трубочку, пожалуйста. Вам сейчас объяснят, как получить пригласительный билет. Вот он у нас уже здесь. Две персоны, вот. По-моему. А мы вернемся к нашей основе майонеза. Майонез так. Вообще, вот это что за соус такой? Как вот он? Из чего он состоит? Ведь многие воспринимают его как что-то уже такое готовое, целое, неразъемлемое, так сказать. Ну, майонез – это основа его все равно яйца. Угу. Яйца, горчица и либо лимонный сок, либо уксус. То есть, угу. То есть, ну, мы сегодня будем делать и без сока, и без уксуса. Просто именно основа. Значит, это все майонез здесь горчица. Все, мы которые вот Ольвис, Драма, там везде есть горчица. А там на упаковочке написано везде. Да, там еще да. Много чего написано. Да, там горчица что? Есть, конечно. У меня мама ест майонез, а у меня аллергия на горчицу. Угу. Ну, вот, видимо, все-таки бывает, дело в количествах. Бывает, да. Не в чистом виде горчица идет, бывает. То есть, вкусовые, нет, просто или добавки просто... вкусовые. Да и горчица Узырники разных сортов горчица. Бывает. Это такое растение, это и очень много разной совершенно. Маме там от очень есть. Горькой до очень сладкой. Вот. Продолжаем про майонез. Так, про майонез. Ага. Ну, в принципе, тут много не... Долго, в принципе, можно рассказывать про это. Давайте все. Посмотрим просто. Да, просто давайте посмотрим. Возьмем приборы и посмотрим. А да? Вы видите майонез домашнего своего немного. А вы сейчас увидите и, конечно, потом попробуете. Да. Я говорю, домой с собой дадите баночку. Вот, я могу баночку вот в эту, да, посмотрим. Если будешь хорошо себя вести, мы тебе накапаем баночку. Так, разбить яйца, да, мисочку? Да, я покажу два способа, то есть один будет у нас более простой, и давайте мы с него начнем. Угу. Он будет делаться из целого яйца, угу. Сразу же туда. Горчички. Да, горчички. Что-то не позаботился, конечно, о ложке. Нет, ну, кстати, Дмитрий, на любой упаковке обычно пишут состав, и если там есть горчица, то пишут, вполне возможно, что какой-то майонез делают и без горчицы. Их очень много разных по названиям. Вот. Так, горчичка пошла туда. Горчичка. Это у нас? Горчик. Это смесь перцев у нас. Разные перцы, да? А красный, перцы? Белый, черный. Еще зеленый да. Бывает, и душистый бывает, и каких только не бывает. Да нет, и каенский. Может, перец, ага. Чили? Соль, да. Соль. Так. Так, я уже. Сразу открою масло. Так, и масло. Самое главное, мне оливковое. Кажется, это масло. Ну, оливковое, нет. Не оливковое, можно растительное. А, но растительное. Лучше оливковое, да. А вот как майонезу белый цвет придают? А сейчас ты увидишь, как он получится. Вот сейчас, когда начнется вот это вот все мешаться, начнет, то вот из этого желтого получится белый, как ни странно. Я когда первый раз вот такой майонез сделал, тоже сильно удивился. То есть это вот сейчас пока только яйца и специи взбиты, да, здесь? Да. Ага. И потом туда тихонечко, наверное, будет добавляться масло. Сейчас мы все увидим. Так. Миша, вот. Хранитель так. Масла. Немножко блендер мне не достает, надо брать поуже немножко. Вот я почему брал. Майонез называют очень жирным, масло-то там. Ну, да, масло-то да. Растительное и оливковое, оно как бы не все самое равно, плохое на свете. Не да. Самое, но все равно. Видишь, он уже становится белее, он становится белее. Сейчас немножко еще масло будут добавлять, и он будет белеть. Как парус одинокий. Белеет парус одинокий, да. В тумане воде голубом. А нас... Кто ищет он в стране далекой, что кинет он Ладно, это не по теме немножечко. Не по теме, но, между прочим, вы смотрите, вот пока мы тут стихи читали, у нас вот в этой мисочке возникло что-то очень похожее на майонез. Стих написал Лермонтов, если что. Да, Михаил Юрьевич, если что. То есть майонез сам по себе, что это вообще такое? Это эмульсия. А эмульсия, скажем так, совмещение несовмещенного. Ага. Продукты, которые, в принципе, не могут друг с другом перемешиваться, да? Допустим, если мы сейчас просто нальем это же масло в яйцо, но они же не будут вместе. Они не будут вместе. Да. Их а надо... Вот, думаю, а вот... За счет манипуляций вот такие
Николай, ведь смотрите, майонез изобрели довольно-таки давно, когда ни блендеров, ни миксеров еще не было. Ложечкой, ложечкой. И майонез изобрели довольно-таки давно, ведь тогда еще ни миксеров, ни блендеров не было. Вот мне кажется, ложечкой. Ложкой. А? Венчик придумали давно. А, венчиком взбивали, да? Но это довольно трудоемкая работа. Смотрите, он начал у нас уже густеть. Скажем так, у нас и получается основа для любого соуса. Но мне кажется, не каждый осмелится делать таким хорошим способом, там, иначе тысячи людей понадобится, чтобы там выпустить баночки такие. Ну вот имеешь в виду венчиком взбивать? Ну раньше ну, просто как-то. Мы ведь и назвали домашний майонез. Тот звук, когда блендер касается ага, пола. Немножко. Так. Ну что? Белый? Он белый. Белый. Взяли желтое яйцо, взяли желтое масло, взяли коричневую горчицу, получили белый майонез. Мне нравится. Налить, желтого белый. Налейте нам майонез, я сейчас высыплю эти бабы куда-нибудь. Мне. Но не надо давай. От него ждать такого же вкуса, как от магазина. Забирай. У него другой вкус. Абсолютно другой вкус. Может быть пустоватый отчасти, да? Но куда можно положим? Же в него давайте что-то да. еще добавить потом. Да, и да. я вот именно к этому говорю. Фу, вонь-то какая. Получается, что у нас? То есть, о, давайте эксперимент. Смотрите, густой какой. Опаньки. Ой, не ты надо. Вот посмотрите, посмотрите только, а? Какая густота. Так. Хотя все жидкое было. Да, было все жидкое. То есть и дальше мы сюда можем что? Мы можем сюда добавить любые специи, свои Николай, любимые. Если можно, чуть-чуть к микрофончику причатьте, да, потому что уже немножко вы ушли. А можно посмотреть ага. майонез? Да, конечно. Миша, передай, посмотрите его пока. Пальцем не лазить. То есть вот я вам показал, в принципе, ага. основу всех основ. Угу. Дальше из этого можем сделать любой соус. Нет, не выйдет у тебя так. Дайте. Я только что переворачивал. А ложечкой дай, ложечку дайте. Ложечка после эфира будет. Очень вкусно пахнет. Пахнет, как, конечно. Как ну, ты же тартар, видела, что здесь. Тартар, на тартар похоже. Ты именно. Видела, что здесь, тартар да? тоже на основе но делается на вот основе. Этого. При тебе сюда разбили яйцо, присидели, добавили чуть-чуть горчички, соли и перца, потом долили масло. Если того, туда добавить огурчик, возникла. Вообще тартар будет. Огурчик, оливочки покрошишь, чесночка добавишь, mm-hmm. вот тартар. Да. Пахнет вкусно, откровенно mm-hmm. очень вкусно. Ну, сегодня у вас, ребята, будет майонез хороший на обед. Вот. То есть это вот как бы такая основа возникает, да? Да, это основа. Запах шикарный, цезарь еще. Можно, могу рассказать вам еще, как сделать, допустим, блюдо вкусным. Сейчас, секунду. Миш, задай вопрос. И мы будем продолжать дальше. Какой самый большой овощ был выращен в мире? Какой самый большой овощ был выращен в мире? Так никому не говорить. Все знают, никому не говорить. А я не знаю. Хлеб! Не знаешь? Никому не говорить. Такой хлеб-овощ. Продолжаем хлеб. Выкапывают. Как сделать блюдо вкусным? На самом деле, все тоже очень просто. И весь секрет все-таки в специях. Конечно. Но тут есть один нюанс, который... Их почему-то стали очень бояться. Все-таки специи, как это? Нет. По большому счету, напрасно. Вот если логически разобраться, то есть мы можем себе позволить, да, скушать там базилик свежий угу. и сказать, что это очень полезно. Да. А почему мы не можем его взять там уже в сушеном виде? Ведь он у нас долго ли хранится? Может, дня два, три максимум в холодильнике полежит, и все, он весь повянет у нас уже будет некрасивый. На-на-на. Ты что загрустила? Ты повязший базилик. Да. С синеватыми листиками, да? Вот. Другое дело, различные кубики, вот эти добавочки, в которых там целый список там будет Е там. Вот этого стоит опасаться, да? Mm-hmm. Ну, то есть, если вы следите... А вот этих сушеной зелени, ее опасаться не стоит. Конечно. Она очень разнообразит еду, то есть, можно из одного и того же, с разными добавками сделать совершенно разные вещи, да? Да, вот к этому я веду то, что нет ничего плохого в натуральных травах и приправах. То есть, они, наоборот, несут колоссальную пользу, они возбуждают аппетит некоторые, mm-hmm. другие, наоборот, его притупляют. То есть, там, и это целая наука, в которую, если вдаваться, там очень-очень много всего интересного. Да вот. И сам запах просто приятный как-то вот этот вот. Да, и плюс к этому всему вы получаете удовольствие от еды. А физиолог Павлов сказал, что нормальная еда – это только та еда, которая с удовольствием и с испытываемым аппетитом, да? Вот именно, да. Какой бы полезная еда ни была, если нет аппетита, нет удовольствия, то она уже не вредна. Так, у нас есть телефонный звонок. Кто отвечает? Так, ну ладно, Соня начинала, Соня закончит нашу Привет, программу. Как тебя зовут? Витя. Сколько тебе лет? Восемь. А в какой школе ты учишься? Да, в первом классе. Не, ну в какой школе? Школа номер. А, в 70-й. 70-й? Ого, даже здорово. Я не знаю такую школу. Ну ладно, она есть. Ладно, отвечай на вопрос. Тыква. Тыква?
Михаил Николаевич, правильный ответ? Правильный. Ответ правильный, тыква. Не подскажешь, сколько весила самая большая тыква? 760 килограмм. 760 килограмм. Это меня придавит за секунду. Всех нас придавит за секунду. Вот, Николай, вот представьте, заходите в магазин, там тыква на 760 килограмм. Но она же вроде бы неестественная. Это все неестественно. Это все выращено на всяких концентратах. Мне кажется, всячески полезных. Мне надо, кажется, уже отпустить нашего слушателя с подарком. Конечно, конечно. Итак, что ты хочешь, книгу или приглашение? Приглашение на Маугли. К сожалению, у нас его уже забрали. Но у нас Но у нас есть приглашение в собачью деревню Мохнати, еще книги есть хорошие. Очень интересно. Давайте книгу. Есть отличная энциклопедия, все да, о технике. Все о технике, лошади, пони, щенок, кнопочка или умная малышка. Возьмешь энциклопедию, все о технике. Большая книга, красивая. Как раз для мальчика. Для начальной школы, мне кажется, там. Это очень интересно. Возьмешь. Возьмешь, молодец. Отлично. Тогда трубочку пока не клади. Все, меня придавило. Тебя придавило тыквой. Техникой придавило. Вот. Ну, у нас уже совсем немного остается времени. Помогите, пожалуйста. Да. Майонез налейте мне. Майонез после эфира. Вот. И сейчас просто вот, ну, закончить, что ли, вот эту тему, как вот... Насчет вкусовых вот вещей, как вот, ну хорошо, можно использовать приправы, да, вот эти вот, да? Да, да. Но да. Желательно избегать. Избегать вот многокомпонентные, когда приправы там же есть много готово там к мясу, допустим, вот обязательно читать состав, то есть, чтобы там не было ничего лишнего. Ой, да, а вот там как поймешь, там какая-то гуаровая комедь, это лишнее или не лишнее? Вот, вот. Вообще, что это такое? Ну, это очередная добавка, то есть это как загустители идет. А можно я задам еще один вопрос? Стабилизаторы различные, вот. Можно я задам один вопрос? Думаешь, на него успеют ответить? Да, он простой. Хорошо, задай. Какой овощ пришел в Европу из Перу? Из страны Перу, из Южной Америки. Да. Какой овощ пришел к нам в Европу из Южной Америки, и причем из страны Перу, потому что к нам много чего из Южной Америки пришло. Хорошо, все, вопрос задан. Продолжим дальше. А вот еще вот эти все вот Е. Некоторые говорят, что вроде это все вполне съедобно и проверено, и вреда не доставляет. Ну, мы на самом деле, по большому счету, не узнаем, у кого как воспринимает организм. То есть это дело индивидуальное, вот так назовем. Но я считаю, что лучше немножко поберечься. Не экспериментировать. Этот майонез, на себе особенно. Этот майонез пахнет как бифидум бактерий. Если честно, такой вкусный. У тебя уже так столько впечатлений от этого майонеза. Да, этот майонез очень вкусный. Надо идти пробовать, да. Ну. Нет, но на самом деле, вот, правда, что хорошо, когда продукты естественные, то есть их аромат всегда богатый вот такой, да? Каждый может что-то свое там чувствовать. То есть он хранится, грубо говоря, там до 2 дней в холодильнике, и вот... Неважно, что там рыбу сегодня готовили, вот как сказали, давайте сделаем из него тартар. Дальше, да? Тартар. Вот. Также мы можем заправить салат, то есть добавить туда немножко бальзамика, чеснока. Ну, бальзамика это уксуса бальзамика. Да, 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 чуть-чуть. То есть немножко чего-то такого там, или вина, может быть, да? Да, либо сока лимонного. Вот. А, можно теперь давайте поговорим, может, немножко о сочетании продуктов. Там необычное сочетание, там немножко разберем. Ну, вы же шеф-повар, конечно, это же вам приходится это делать. Да. И это вообще отдельная тема. Тут главное не досочетаться, я не знаю, до изжоги. Вот, а в целом, это рождает новые рецепты. Вот, например, недавно смотрел мастер-класс известного шеф-повара Владимира Мухина. Кажется, вот. Для кого-то известно, а для кого-то нет. Ну, в наших кругах он известный, да. Теперь ты знаешь, да. Так, не перебивай пока, давай дослушаем, иначе мы не дослушаем никогда. Я спросить хотел вас. Потом. Он там делал паштет из куриной печени с темным шоколадом. То есть... Из куриной печени с шоколадом? Да. Кто бы мог подумать, да? Вот он попробовал. Интересно. Да, и достаточно получилось? Интересный достаточно продукт получился. Я потом тоже пробовал воспроизводить. Николай, пробовали? Да. И как? Как сейчас это модно называть? Фьюжн такой. Фьюжн, да, это очень такой жесткий фьюжн, по-моему. Фуагра. Нет, погоди, насчет фуагры. Так, фуагра. Вот. То есть, но ведь также на самом деле можно честь так, что потом люди просто в инфекционную больницу у меня попадут. Нет, ни в коем случае. Нет. Это же все делается тоже, там определенная грамма, определенные нормы. Это все долго это разрабатываться. Тяжело. Да. Это надо руку. Но суть в том, что вот за счет такого интересного сочетания можно разнообразить свое меню, используя вроде бы обычные продукты, да? Да, и вот новая тенденция у нас сейчас как раз таки, ну как новая, она, наверное, может даже уже немножко отходит. Получилось... как ее называют, подножный корм, то есть получается. Вот многие шеф-повара сейчас ездят в лес, собирают там ягель, листья и прочее. То есть, ягель это оленей мох, да? Да. То есть его хорошо промывают, дальше жарят там, допустим, например, во фритюре. И то есть у него такие ягель интересные... Ягель, жареный во фритюре. Да, и он идет именно... А вы все классы проводите? Скажите, да, проводим. Скажите, и детские тоже. Скажите, а у вас я запишу ваш телефон. Скажите, а у вас был шеф Ивлев?
Что еще раз? Шеф Ивлев был. Это нет, у нас в Кирове не было еще ни у кого. Это, как называется, на ножах. Да, ну так это Орел и Решка. Это на ножах. Нет, ну ладно, ребят, это вы потом поспорите за эфиром. У нас осталось, к сожалению, совсем мало времени. Это тоже программа, канал называется «Пятница». Я говорю, у нас осталось совсем мало времени. На вопрос у нас пока ответа нет, поэтому сейчас уже будем прощаться, разговор закончим, поговорите чуть попозже. Николай, заканчивайте. Итак, насчет смеси и вообще насчет полезной пищи. Так, и насчет полезной пищи. Давайте подведем итог тогда. Да. Итог вот такой, еще раз. То, что все первым делом нюхаем, второе дело смотрим на естественность. Соответственно, так же, как мы выбираем, там, допустим, сметанку, например, чтобы на ней не было никакой водички там сверху, там даже она пусть будет молочная. Такое, это такой, когда сметана, когда ее отстаивается. Если она отстаивается, значит, ее чем-то развели. Осадок такой небольшой. Да. А если краска, а если в краске водичка, значит, ее тоже разводят? Ну, насчет краски не знаю. По-моему, про никогда не было. Про сметану могу ответить. Ну да, потому что мы все-таки про еду говорим, а краску мы не едим. Это еще в Брынзе бывает тоже такая водичка, когда ее отмачивают, там сыр. Нет, там а вот в Брынзе уже быть, нормально. Это она нормально, должна, да? Да, в принципе, нормально. Это рассольный сыр, там без этого не может быть. А, сыр, блин, да, сыр, да? И также про мясо, то есть никаких темных пятен не должно быть. Оно должно быть розовое, оно должно быть свежее. То есть, ну, во-первых, на упаковочке всегда читаем, во-вторых, смотрим внешне. То есть, там, если на нем какие-то уже тёплые зеленоватые пятнышки, то ложим на место, уходим. А можно вас спросить, а какое лучше выбирать мясо для шашлыка? Ну, там, баранина, свинина, что лучше? Баранина самая лучшая, мне кажется. Это вот уже по вкусу. Для кого-то баранина, для кого-то свинина. То есть, вот если, что полезнее, допустим, то и другое мясо. А кто-то из этих раз уж точки уважают. Да. Что касается полезнее, тут, ну, наверное, менее жирное то, что либо говядину, либо баранину можно взять. Ну, отлично. Ну что, мы сегодня заканчиваем нашу программу. На последний вопрос у нас, самый к сожалению, вкусную. Да, остался без Давайте ответа. Давайте я отвечу сразу. Ответь, это картофель, всем любимый картофель. Ну, все знают, конечно, но просто почему-то не ответили. Конечно, картошку там привезли из Южной Америки, долго учили европейцев ее есть. Вот. Ну, сейчас мы прощаемся. Напомню, что у нас в гостях был шеф-повар кафе «Гранд Буфет» Николай Матвеев, а также трое моих соведущих. Софья Занько, Дмитрий Рябов, Михаил Голиков. У микрофона был Николай Голиков. До следующей встречи в воскресенье. Пока-пока. До свидания. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».